меня подруга адвентистка. Подскажите, пожалуйста, как ее привести в православие? Элементарно. Даю рецепт. Для всех подойдет, абсолютно. Хоть адвентистка, хоть свидетели Иеговы, хоть сатанистка какая-нибудь. Вот любого человека можно элементарно привести вот в православие. Стяжите Святого Духа. Сами станьте святой жизни человеком. И такую высоту святости в себе явите, что ваша подруга посмотрит на своих пасторов, посмотрит на вас и скажет: пойду-ка я к православному попу. Вот моя подруга ходила туда, и вон она какая. Вот так только можно. А убеждать или что-то еще, Боже, вас упаси, не надо. Только примером.